Добрый день, дорогие друзья. Вот я предыдущее видео прокомментирую. Там, значит, мужчина просто не смог разъехаться с другим водителем. Просто тот водитель на Санта-Фе на черном джипе уперся и говорит: моя полоса, и все. Хотя там какая полосность может быть просто во дворе. Просто уступить друг другу. Там цена вопроса была 20 сантиметров сдать назад. То есть вот, пожалуйста, элементарный пример такого вот отношения. И это во дворе так люди, человек себя ведет. Я представляю, что он на трассе делает. В результате там кончилась небольшой потасовкой. Вот и все. И, как говорится, вечер удался. Ну, я просто в шоке. У меня слов нет. Казалось бы, 20 сантиметров, что это такое? Ну, включил, проехал, назад все разъехались. Нет там... Давай разбираться, выяснять отношения. Ну, что попало, ребята, что попало, не знаю. То есть неадекватность поведения, то есть вообще непонятно. Нелогично, неадекватно все, настолько. В итоге там еще один человек, конфликт был втянут, в общем, короче. Было весело, я даже не стал снимать просто. Не хочу. Надоело на это все смотреть. Дорогие друзья, смотрите мой канал на YouTube. Канал называется Николай Кныш «Путешествие автомобиля». До новых встреч!